Всех приветствую на своем канале. У меня тут внезапно оказалось две посылки. Вообще, я сегодня шла за билетом в Ярик. Думаю, зайду на почту, заберу посылку, которая наконец-то дошла. Вторая посылка, которая по Москве гуляет, моя поменяшка с Настей. Ну, про поменяшку с Настей будет потом отдельное видео. В общем, и захожу, у меня в почтовом ящике две бумажки. Смотрю, одна из Нижнего Новгорода. Думаю, оу, быстро дошло. В общем, я поскакала на почту. Думаю, сейчас заберу и пойду дальше. И мне почтальон дает такую огромную коробку и еще одну, такой пакет. Я так вылупила, и говорю, блин, как же я вас донесу. Мне почтальон, ну как же, они такие легкие. Думаю, легкие это легкие, но как это допереть? Пришлось возвращаться домой, я прям делом что-то добежала до дома, закинула это все и поскакала по своим делам. Вот сейчас пришла и первым делом, конечно, распечатала. На самом деле, я очень хотела шаурму с курочкой. Нас там делать, я так поняла, что беглые жители Украины той части, где чего-то там случилось. Я на самом деле в таком танке, что я даже не знаю, что там сейчас происходит, и не будем вдаваться в подробности. Но я просто по говору поняла, что это человек, у которого я уже не первый раз покупаю шаурмичку, прям при тебе все делают, житель бывшей Украины. То есть бывший житель Украины, но не суть. В общем, я пришла, я дико хочу есть, но решил сначала скрыть посылочку. Слушайте, такое прикольное, в общем... Там такой пакетик с мышкой. С мышкой пакетик. С голубой ленточкой. А в пакетике, в двух пакетиках, я сначала думаю, что это такое. Потом думаю, что. Я же шутки ради сказала какао, да? Когда мне Дэнчан, большое спасибо. Но я думаю, Денис, можно сократить до Дэнчан, да? Что-то там по поводу какао говорил, у меня как раз какао не было. Какао, ну, да, я пришлю какао. Я в шутку вообще это сказала. Я даже не думала, что серьезно. Пакетики, еще пакетики, в пакетике какао. Все, у меня пока оно сейчас есть, вот этот, который я тут как-то пила на каком-то видосе. Ну, у меня теперь будет запас какао. Я постараюсь сегодня, очень сильно постараюсь сделать видос сам с МР. Я даже там, правда, жвачку я забыла купить. Я даже купила лимон для какого-то там видео, которое меня там попросили сделать, да, слопать лимон. Лимон у меня тут где-то вымытый, на окне лежит вместе с немножко черешенки. И, в общем, я там нашла... В общем, то, что у меня там кто-то просил в комментариях по поводу расчески, водички, бутылочки, еще какой-то хрени в этом, этих триггеров АСМР, я постараюсь сегодня записать. Очень постараюсь, потому что у меня тут слегка некоторые семейные напряги. Но вот у меня сейчас есть пока время для обзорчика. В общем, какао у меня теперь есть. У меня теперь есть две коробки Рафаэлла. Огромное спасибо, я их очень люблю. Я как раз на днях долопала Наталье из Германии. Рафаэлки. И еще меня ждала мывка. Моя маленькая есть USB-шная, чисто для компа, для ноутбука. И не совсем маленькая, но тоже USB-шная, которая мне там пришла когда-то в подарок, до 24 июля вроде этот. Я вообще не православная ни разу, но я до прошлого года думала, что именины это так, вообще не связано. Там День Ангела и сам по себе. Оказывается, День Ангела это исключительно православная. В общем, где-то 24 что ли июля мне всегда Машка поздравляет с этим Днем Ангела. Мне как-то какого-то интернет-магазина пришла, типа такая, если у нас что-нибудь такое купите, то вот вам мышка. В общем, это мышка. Мышка, конечно, классная, но она залипает периодически, и, в общем, я как раз ее думала сменить. Я не помню, где жаловалась, в блогах я жаловалась, или кому жаловалась, или это просто так на удачу методом тыка. Но, в общем, я очень довольна, что у меня теперь есть мышка, к тому же это, так сказать, на расстоянии. Что у нас тут? Шестикнопочная даже, офигеть. Я как-то в кнопочной мышке вообще не врубаюсь. Она будет почитать потом инструкцию по применению. У нас там, наверное, есть, даже если ее нет. Ну, в общем, разберусь, я надеюсь. В общем, очень-очень рада. Большое спасибо, Денис. У меня теперь, в общем, ту залипающую я, наверное, заменю. Или даже, ну, даже можно с ноутбуком куда-нибудь в деревню иногда таскаюсь, просто взять ее. Хотя я там тачпедом в основном пользуюсь, но иногда я до сих пор не... Не всегда у меня получается выделять, хотя вот на этой, на Linux Mint чего-то там, я не помню эти буквы, я ее называю крыса. В общем, на Linux Mint крыса, которая отличается от Mate, даже наполнением немножко, у меня там получается тачпедом выделять вот эту хрень. Причем выделять тогда, когда я даже сама не ожидаю. В общем, у меня теперь есть мышка. Шестикнопочная. Спасибо большое. В общем, вот такая вот у меня посылка. Я надеюсь, было интересно смотреть на меня восторженную и правда голодную. Ну, у меня сзади там есть, лежит, не знаю, видно в кадре или нет, посылка от Насти. И в синем пакетике моя шаурмичка. Я надеюсь, думаю, сейчас, наверное, обозрю еще одну посылку. И уж потом я буду хавать свою шаурмичку. Все равно она еще горячая.
В общем, вот у меня такая сладко-мышная посылка. Я очень-очень рад. Большое спасибо вообще. Неожиданно, ну, и быстро очень дошло, и вообще, еще у меня есть новая коробка под бумажный мусор, который я снесу потом в сад. В общем, если вы досмотрели до конца, и я вас зарядила положительной эмоцией, то я очень рада. И до новых встреч. Пока!